tu depósito. La cuerda de nylon es una mierda. Me gusta el cañambo. Кто из вас Филиппа? Я тебя знаю? Пока нет. Меня зовут Майло Беррик. Я только что приехал из Майами. Ищу работу. А что ты умеешь, Майло, из Майами? Я водитель. Водила? А тачка где? Если я тут не нужен, могу пойти к твоему дяде Паулу. Ты что несешь? Ты кто такой, мать твою? Хороший водила знает, когда тронуться, а когда встать. Твоя? Да. Тачка у меня есть. Ключи. Медленно. Ну вот, трогаемся. Venga, venga! Вон из моей тачки! Обдерешь машину, Паула тебя обдерет! Водила. А это еще не все. Просто останови его! Не разбей мою тачку! Ты что, не знаешь, кто я такой? Обочине дебил. Это что, в Майами так принято водить? Ты зря сюда приехал! Черт! Твою мать, мать! А вот здесь мы остановимся. Нет! Ты псих! Por favor! Я сделаю все, что ты хочешь. Устрой мне встречу с дядей Паулу. Ладно. Ладно! Что плюнуть, Америкос. Теперь не уйдешь. Мои Лантес, они не тупые, Чулос. Они первыми будут у Паула. Встречи не будет, а? Конец, Майло. Отправлю тебя назад в Майами в детском гробике. Пожалуйста! Нет! Нет! Годдард!
Мадре мия! Сукин ты сын! Que pasa? Почему? Ой. Бога ради! Положим этому конец. Пожалуйста. Ну-ка, Годер. Мадре мия. Если ты не сдохнешь сегодня, Пауло прикончит тебя завтра. Еще не все кончено. Только Лантос положит этому конец. О! Сукин ты сын! Мы закрыты. Я Майло. Пауло ждет меня. Ну что, теперь наметим схему выплат. Прости, Пауло. Я занят, разве не видишь? Это мило. А, водитель. Простите за беспорядок, он мне должен. Мы намечали схему выплат. Слышал про племянника. Слухами земля полнится. Тем более, если угнать машину Филиппе. Мою машину! Мы можем наметить схему выплат. Эй! К нам тут такие кахонесы! Ты ведь долго жить не планировал, а? А надо? Везешь Филиппе до места. Он только посмотрит. Все пройдет гладко. Будет тебе работа. Ага, та сделка. Нет, я с ним справлюсь. Я сказал... Черт, забудь. Как ты тогда вылез? Пауло сказал мне с тобой поладить. Долбись оно. Пошел, водила. Мой вете. Да ладно, Филиппе, будем друзьями. Слыхал, их у тебя немного. У меня куча друзей. Правда? Расскажи о них. Вента аль дьябло. Ничего я не скажу. Нет. Ты мне все расскажешь. Чем Пауло думает? Куда тебе меня возить? Я с прислугой не разговариваю! Ты нас угробишь! Боже, нет! Стой! Я не говорил тебе здесь ехать! К обочине! Это меня не впечатляет! Слышишь? Об этом пожалей! Прекрати, а! Майло! Я тебя убью! Иди куда! Ты псих! Нет! Ты что?
Осторожно! Стой! Твою мать, ты псих! Хватит! Ходер, стоп! Я скажу, окей? Только прекрати этот бред! Значит, ты знаешь про нас, про Лантос? Паоло, он у нас главный. Мы круче всех в городе. Если тебе что-то нужно, приходи к нам. У нас с законом проблем нет. Все схвачено. Контакты с мэрией есть. Не то что Чулос Каналис. Приезжие мигранты, уличное быдло. Их собрали Става Дель Гада и его правая рука Чета Раваль. У них ничего нет. Так, одна мелочь. Лезут везде, как мухи. А если тебе еще что-то понадобится, спрашивай Эль Диабло Эн Инферно. Я пошел. Румыны появились в Барселоне год назад. Работают с оружием, крутыми тачками. Крадут на заказ. Вымогательство. И все такое. Сорин Теодор. Он с виду рулит у румын. Только на самом деле там рулит реальный босс. Зовут Раду. Вот. Это все. Совсем все. Ты это... Расслабься, а? Чёрт. Пусто мадре. Ты видишь? Кто-то видел, что ты творишь. Ты нас в это втянул, ты и расхлёбывай. Не сюда. У нас работа в Каталонии, так что давай туда. Мы не можем терять время. У вас в Майами все копы слепые, что ли? Сверни пару раз.